Это самая эпичная битва магов в Майнкрафте. Я и Ксюша будем сражаться друг против друга, используя абсолютно разные заклинания. Огонь, некромантия, лед и другие стихии. Каким магом стану я, чтобы победить? Узнаете в этом ролике. Всем привет, с вами Квик, и это настоящая битва магов в Майнкрафте. Поехали! Итак, Ксюша, прямо сейчас мы будем выбирать свой магический путь. Давай, ты отходи к своему столу зачарований, вот он у тебя стоит, а я буду у этого. Так, ну я уже знаю, кем я буду на самом деле. Ну ты готовься к поражению, естественно, потому что других вариантов не может быть. А мастер можно брать? Можно брать любые, Ксюша. А амулет можно как-то одеть? Амулет не одевается, если он у тебя в инвентаре есть, значит ты просто, ну типа, не больше двух берешь амулетов, кстати, точно. Ну в принципе все, я готов. Если ты, например, возьмешь огненный жезл, ты на него имеешь право цеплять там магию света, чего там есть, магия льда. Можешь абсолютно любую магию цеплять на абсолютно любой жезл. Ну вот, собственно, мы готовы. Ксюша выглядит вот так, прям на какую-то принцессу похоже. Я похож на злого мага-чародея. Будет интересная битва, я считаю. Итак, друзья, мы начинаем самую эпичную битву магов в Майнкрафт. Я иду на твое убийство. Давай, жду. Ты что там наделал уже? Что-то у меня просто не написано была магия. Я решила проверить, работает она или нет. Уай! Спокойно. Я попал? Опа, попал, теперь точно, теперь я вижу, что попал. Ха, я тебя проклял, я понял. Ха, на. Да не ты это сделал, я. Как ты это сделал себе? Вот, смотри. Фу. Смешно. Очень легкая победа. Итак, второй раунд. Такой же, как у меня. Отходи туда куда-нибудь, а я пошел тоже куда-нибудь, не скажу куда. У тебя ник видно. Неважно. Какой у тебя лук вообще? Магия. Причем в буквальном смысле. Есть! Изи! Ну что ж, это у нас начинается какой там второй раунд или третий, не помню. В общем, отходим по местам. Давай, Ксюша, ты там куда-нибудь. Mm-hmm. Я вот куда-нибудь тоже вот сюда. Начинаем? Да. Опа! Та-дам. Спокойно. Чё за бред? Я не понял. Ясно. Ты умер? Да. Так. На тебе. Это что же, вонючка какая-то? Вот, ай! Получай. Спасибо. Вот так вот. Ну все. Так, твою мать. Тара-та-тай. Блин! Почему он у меня здесь? Ты что делаешь, блин? Ты с ума сошла? На тебе! Это ничего не делает! Спокойно! Спокойно! Да ты блин! Так! Все, меняем снаряжение нафиг! Ну что, начинаем! Поехали, Ксюша! Где ты? Тебе конец, сразу говорю. Да что там такое? Что где? О, а что, так можно было? Как? Ну, как я сейчас сделала? А как ты сейчас сделала? Это кто? Твою мать! Меня жрут! Битва! Меня жрут! Я сваливаю. Я вообще-то невидимый, ты меня не можешь видеть. Никуда ты не свалишь, он тебя найдет. На нафиг. Эй. Тебе, тварь. Как его разумом управлять, я не понял. Ой. Ты куда моего чубрика делал? Ой. Чего ты встал тут? Ты меня... О! Твою мать! Ты меня не можешь видеть? Происходит? Да какого фига, если я его же убиваю? У меня почему дождь прям не работает. На тебе. Получай. Ёперный театр. Сваливаем. Нет меня. Да блин, сейчас убьют. Либо это, либо моё.
Детище моё, Егора, тебя вижу. Спокойно. Да почему ты меня видишь-то? Я не могу управлять разумом. Твою мать, что происходит? Ну не вижу тебя. Это шутка. Да подожди ты. Ай! Ё-моё. На тебе. Чё такое чума тьмы, я вообще не понимаю. Она меня убивает. Уйди, чё ты на меня смотришь. Я нифига не понимаю. Как разумом управлять, что делать? А! Ты меня убил, почему я жива до сих пор? В смысле, я тебя убил? У меня здоровье нет, но я ещё живая как-то. Ё-моё. Ай, ай. Всё, я умираю, до свидания. Ты умерла, нет? Ура! Это была очень долгая и очень тяжелая битва. Итак, новый раунд, мы расходимся. Так, идем чуть подальше отсюда, чтобы тут битвы постоянно мы проводим. Итак, мы начинаем. Поехали, Ксюш. Это что? Что это такое? На! И что это сделал? На тебе. Ничего. Твою мать, что происходит? Что я делаю? Ты что делаешь? Я тебя трогаю вообще, нет? Я тебе урон нанес, нет? Ну, если я не нанес, то это точно нанесет. Тебе жопа, Егора. По-моему, мне жопа. Валим. На! Ой, блин. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. А что там снизу происходит? Не вижу. Ёпарасоте. Опа, вот ты где. На! Я не понимаю, тебя вообще это трогает, нет? На. А! Егора, у меня креативка, блин, стоит. Я бы ее уже убил, между прочим. Но она себе креатив взяла. Тебе не жить. Ай! Вот так-то. Спокойно, спокойно. Поглядите на эту. Я просто сел на дерево. Ну чё, иди обратно. Зомби-апокалипсис оказался не таким уж и зомби-апокалипсис. Так, я тебя к себе, ты пыхну. Начинаем битву. Так нечестно. У тебя здоровья больше, чем у меня сейчас, поэтому все честно. Брис, уйди от меня. А! Уай! Это что было? Грозовой элементаль. А вон ты где. Как это сделать? Подожди, смотри. Смотри магию. Ой, ой, ой. Что там происходит? Что какая? А, это я его делаю? Да. Я думала, ты. Ой! Пока. Ха-ха-ха! Это было легко. Это было легко. Ладно, друзья, всем огромное спасибо за просмотр этого видеоролика. Мы желаем вам всем счастья, здоровья, любви, всего самого наилучшего. Никогда не жертвуйте, не болейте. Всем удачи, пока. И, конечно же, друзья мои, до следующего видео. Всем пока-пока.